Сегодня второй день трансформации. Я отдыхаю, но, как видите, отдыхаю с пользой. Посетил чемпионат Украины по тяжелой атлетике, дабы набраться мотивации на будущее. Мэри посчитал, получилось у меня сделать 12 раундов, если не ошибаюсь, 6 повторов, что в принципе неплохо. Ноги, на удивление, колени все нормально, ничего не беспокоит. Сильно болят широчайшие. Руки не посрывал. Сегодня отдыхаю, завтра снова в бой, новое видео. Расскажу, как питаюсь. После комплекса очень много хотелось есть. Ел правильную еду, о том, что кушать. А может, сейчас приедем домой, расскажу, покажу, что почем. Закончился чемпионат Украины по тяжелой атлетике. Очень понравился, очень промотивировал. Веса, конечно, которые ребята толкают, пока не снятся даже в становой тяге. Ну, будем над этим работать. Пообщались, познакомились с чемпионом. Понравилась очень его мысль. Такой вид спорта хороший, где могут реализоваться спортсмены там, до 100 кг. То есть есть богатырские игры, где там участвуют такие здоровые. А у этих есть шанс соревноваться как бы в своей категории. Мысль по поводу того, что для тяжелых, тяжелоатлетов свыше 100 кг, замечательно подходят богатырские игры, силовое многоборье, в которых также высокоинтенсивно идет нагрузка, быстро выполняются упражнения. Упражнения абсолютно разные, также проверяют функциональные способности организма. Но, скажем так, для этих ребят гимнастика не настолько приемлема, как для более легких тяжелоатлетов. Поэтому легкие тяжелоатлеты до 100 кг спокойно могут реализовать себя в кроссфите, и у них даже есть такие прецеденты, когда тяжелоатлеты в залах занимаются кроссфитом. Очень интересная мысль, мне она очень понравилась, я как-то об этом раньше не задумывался. Теперь есть повод для размышления, насколько кроссфит многообразный и насколько он может изменить судьбу любого и каждого, дать вторую жизнь тяжелоатлетам. Очень интересная мысль. День подходит к концу, я уже держу путь домой. День сегодня получился достаточно длинный, хоть это день отдыха. Продуктивно поработал, познакомился на чемпионате Украины по тяжелой атлетике с очень интересными людьми, пообщался с ними, узнал их мнение на тему кроссфита, заехал к своему товарищу, устроил целую дегустацию протеинов, заказал себе 3 килограмма на месяц, 2 килограмма безвкусного протеина, 1 килограмм шоколадного. Хочу 2 раза в день употреблять протеиновую смесь на молоке, дабы увеличить количество потребляемого белка. По поводу того, как я питаюсь в целом, смотрите отдельное видео. На сегодня все, завтра забираем протеин. Выполняем новый комплекс. До встречи!